Воспитанница Чувашской школы настольного тенниса Анастасия Любацкая выиграла золото первенства России среди юниоров и юниорок до 22 лет, завершившегося в минувшие выходные в столице Чувашии. Свою заслуженную награду подопечная Артема Уточкина выиграла в женском парном разряде с москвичкой Анастасией Шабановой. Соревнования на базе спортивной школы Олимпийского резерва по настольному теннису проходили в условиях острой конкуренции. В течение насыщенной соревновательной недели за трофеи молодежного первенства страны боролись 58 девушек и 64 юноши из 19 регионов. Поздравляем Анастасию и ее наставника с таким высоким результатом и желаем дальнейших успехов.